С сегодняшнего дня примерно на треть снижены тарифы на проезд по платному участку трассы М-11. Это так называемая новая Ленинградка. Изменения будут действовать на отрезке Москва-Солнечногорск. Ранее дорога в один конец обходилась водителям легковых машин в сумму до 500 рублей, а грузовых свыше 1000. Такие расценки вызвали шквал критики. Многим проезд оказался не по карману. В результате водители предпочли вернуться на старую трассу, которая вновь встала в пробках. В конце января высокие тарифы подверг критике Владимир Путин. Необоснованными сочла их и Генпрокуратура. Добавлю, что нынешние тарифы введены временно, они будут действовать до апреля, после чего определят оптимальную цену.